пустошь Бори появится еще одна спортивная площадка. Найти уголок для занятий любимым спортом здесь могут баскетболисты, футболисты, гандболисты и молодежь, увлекающаяся воркаутом. Монтажные работы будут завершены в ближайшие пару дней. Освоить площадку жители гарнизона смогут уже в выходные. Всего в летний период в городе появится 4 оборудованные спорт-территории на общую сумму в 2 миллиона рублей. Председатель ТОС «Северный», инициировавший установку площадки, попросил у проверяющих из администрации установить дополнительное ограждение, так как площадка прилегает к территории гаражей. Пользоваться спортинвентарем можно будет только после проверки его по технике безопасности. Этому вопросу мы уделяем большое внимание, потому что все оборудование и сама площадка, которая сегодня здесь представлена, должна соответствовать технике безопасности. Не менее 2 раз в год каждая площадка проверяется комиссионно с записью в соответствующий журнал.